Здравствуйте! Видео о программировании новых смарт-ключей при их полной потере для Toyota Camry 2018 программатором ProSmart версия 3.1. Это программатор смарт-ключей Toyota Lexus 2015-2018 типа ProSmart версия 3.1. Это блок сертификации со смарт-ключом для Toyota Camry 2018. Это тестируемое авто Toyota Camry 2018. Нажимаем на кнопку запуска авто, и на панели прибора видим сообщение об отсутствии ключа в салоне, а двигатель не заводится. В салоне авто находится новый блок сертификации смарт-ключей. Новый смарт-ключ. И программатор ProSmart версия 3.1. Сначала от блока сертификации смарт-ключей данного авто отсоединяем разъемы. И присоединяем их к новому блоку сертификации. Проверяем новый ключ. Он нерабочий. Видим, что провод программатора присоединен к разъему защелки руля. Подносим новый ключ к кнопке запуска авто и пробуем запустить двигатель. Двигатель не запускается, но зажигание включилось. А руль остался заблокированным. Вставляем программатор в ABD разъем авто. Вспышки его светодиода и звуковой сигнал указывают на наличие связи с авто. А постоянное частое мигание этого светодиода означает готовность авто к записи нового ключа. Вновь прикладываем новый ключ к кнопке запуска авто. Звуковой сигнал и постоянное свечение светодиода показывают успешную запись нового ключа. Отсоединяем программатор от ABD разъема и запускаем двигатель. Двигатель запустился, а руль разблокировался. Глушим двигатель. Теперь проверяем работу кнопок вновь записанного ключа. Видим, что центральный замок срабатывает, то есть новый ключ полностью рабочий. Проверка завершена. Отметим, что данная процедура программирования подходит для всех моделей Toyota Lexus июня 2017 с новым типом смарт-ключей, где запись этих ключей только через ABD-разъем невозможна. Спасибо за просмотр!